Здравствуйте, в эфире программа «Это важно». Спасибо, что вы с нами. Сократить сумму в квитанции по оплате ЖКХ реально. Людмила Николаевна платит за коммунальные услуги 3000 рублей в месяц. Эксперты по энергоаудиту утверждают, что можно платить меньше и сэкономить до 1500 рублей. Если батареи в квартире старые и покрыты несколькими слоями краски, значит, плохо пропускают тепло. Заменить батареи на новые лучше в теплое время года. Если это не входит в ближайшие планы, нужно закрепить за радиатором теплоотражающую фольгу. Так будет греться не стена, а помещение, обогреватель можно будет отключить. Эта информация уже к следующей зиме, а пока обратите внимание на телевизор. Он уходит в режим ожидания, когда его выключают с пульта. В это время горит красная кнопка. Так за месяц потребитель теряет 12 кВт-час. Экономить – значит выключить из сети. Не забудьте про зарядку для мобильных телефонов. Компьютер, неиспользуемый 2 часа, даже в спящем режиме, потребляет 230 Вт. За месяц это порядка 12 кВт-час. Смените обычные лампочки на люминесцентные и светодиодные. Это позволит существенно сэкономить. Обратите внимание на место, где стоит холодильник. Этот бытовой прибор должен быть установлен так, чтобы на него не попадали прямые солнечные лучи, подальше от батареи и других источников тепла. Самый надежный способ сэкономить на коммунальных ресурсах – установить счетчик воды, электроэнергии и газа. В этом случае вы будете оплачивать именно тот объем ресурсов, который вы реально потребили за месяц. В отсутствие счетчиков расход ресурсов определяется коммунальщиками. Экономить стала сама Елизавета II. Ведь только в одном Букингемском дворце 600 помещений, и счета за свет приходят колоссальные. Не менее бдительно Елизавета II следит за расходами на отопление. Теперь по требованию королевы батареи зимой работают на минимуме. А ведь раньше счет зашкаливал за 800 тысяч долларов. А как анапчане экономят свой коммунальный бюджет? Пока нет, но собираюсь. Ну, счетчики стоят. А как на экономить? Да. Я ушла в 7 утра и пришла в 6 вечера. Экономия? А лампочки уже давно энергосберегающие. В нашем городе, где солнечных дней больше, чем пасмурных, выгодно применять новейшие разработки в области энергосбережения. Такие вот солнечные коллекторы – это устройство для сбора тепловой энергии солнца, переносимой видимым светом и ближним инфракрасным излучением. Устанавливают их на крышу дома или фасада здания. В самом коллекторе воды нет, по нему лишь циркулирует теплоноситель, который поглощает солнечную энергию и передает ее в накопительную систему, в бойлер косвенного нагрева, где и нагревается санитарная вода. Плюсы в том, что вы не расходуете ни газ, ни электричество на нагрев горячей воды. Все происходит только за счет солнечной энергии. Даже в пасмурную погоду, то есть солнечное излучение, оно присутствует. Но нагрев, конечно, будет происходить за более долгий срок. А в солнечные дни за горячую воду можно и вовсе не платить. Энергосберегающими технологиями Юрий Ульянцев стал интересоваться давно, а решил их применить только когда прежнее некачественное оборудование вышло из строя. Если мы раньше при старом оборудовании, я почему говорю, что в сравнении все, расход топлива у меня составлял до 100 литров в сутки, то с учетом вот солнечных батарей, вот многоконтурной системы работы этого оборудования, потребление дизельного топлива снизилось практически в половину. В течение дня горячая вода приготавливается за счет энергии солнца. То есть вот видите, сейчас мы находимся в помещении, а оборудование остановлено, хотя гостиница у нас работает. Задать параметры температуры в номерах или в комнатах дома несложно. Система позволяет выбирать, в какой номер какую температуру установить. Там, где никто не проживает, и вовсе отключить. Если еще 5 лет назад мы могли продать, допустим, за год там 5-7 солнечных коллекторов, да, то уже на сегодняшний день это уже в десятки раз больше. Вот. И эта тенденция все больше и больше находит применение. Сергей Светлаков планирует строить в Анапе отель, используя энергосберегающие технологии. Сейчас на начальном этапе строительства он пришел на бесплатную консультацию в Центр инженерного оборудования. На каждый этаж мы делаем свой отдельный контур. Этот контур будет регулироваться одним большим регулятором. Этот регулятор будет находиться не обязательно где-то у вас в котельной, там, где вам удобно. Это, допустим, у вас свой дом вдалеке от вашей гостиницы, да, где вы живете. И уже вы со своего дома будете регулировать работу котельной на эту гостиницу. Современные технологии позволяют избежать перерасхода горячей воды. Оптимальное решение – это поставить клапан ГВС, который будет выдавать заданную температуру уже из бойлера. Если вы поставите температуру нагрева линии ГВС в бойлер, допустим, градусов 70 или 80, вода у вас в бойлере будет 80 градусов, да? То на выходе из бойлера у вас уже будет температура, допустим, градусов 40. И смесителем горячей и холодной воды он уже может не пользоваться холодной водой. Он будет только открывать теплую воду, и больше 40 градусов он не получит. Если существует проблема, когда давление воды падает, есть выход. Установить накопительные емкости, там нагревать воду, а из нее забирать насосами. Емкости пищевые, производители гарантируют, что развития бактерий не будет. У нас свой сервисный центр. Наши сервисные мастера приедут к вам, наладят вам работу котлов.
В дальнейшем мы будем следить и отвечать за работу всего этого. Не просто примерно сказать, сколько коллекторов и какой мощности нужно установить, чтобы нагреть воду для дома или гостиницы. Так как в каждом проекте индивидуально учитываются различные факторы. Специалисты обращают внимание на теплоизоляцию, ориентацию дома по сторонам света, затененность участка, его местонахождение. Живя на юге, энергия солнца достается нам бесплатно. Правда, коллектор оборудования не дешевое, но будущая экономия очевидна. На этом все. Это и другие программы смотрите на сайте Анапа Регион.